Мы занимаемся изучением проблемы области, то есть изоморфизм графов. Значит, вот есть два графа. Ну, графы, как мы уже видели сегодня, да, возникают в огромном множестве разных задач. Проблема изоморфизма заключается в том, чтобы понять, вот есть два графа, они одинаковые или нет по существу, по своей структуре. То есть можно ли сделать нумерацию вершин так, чтобы все связи совпадали при введенных номерах. Ну, в данном случае это сделать можно, но это не совсем очевидно. Да? Алгоритмически эта задача на данный момент не решена, то есть имеется в виду эффективного алгоритма неизвестно, но и не доказано, что данная задача относится к классу НП. То есть это некая промежуточная проблема. Что можно сделать? Хорошо. Хорошо, можно посчитать какие-то числовые параметры графа, и если дойти в некотором пределе, так сказать, до этого, то получится конфигурация. Вот что на данном рисунке мы видим. То есть есть исходный граф, он слева, а справа, получается, мы все ребра разбиваем на, и петли в том числе, да, все пары вершин упорядоченные, разбиваем на некоторые множества по цвету. Эти множества при изоморфизме, они остаются на месте. То есть, допустим, синее ребро может только в синее перейти, а зеленое только в зеленое. Соответственно, это дает нам некоторую дополнительную информацию, а в некоторых случаях, в некоторых специальных классах графов, это позволяет полностью решить проблему. То есть такой алгоритм, который является эффективным и полиномиальным, он позволяет полностью определять, когда граф изоморфный, а когда нет. Вот мы этим и будем заниматься. Во-первых, нашей целью является реализация этого алгоритма. Ну, мы хотим изучить систему Sage, достаточно сейчас популярную, которая интегрирована с языком Python. Соответственно, написать этот алгоритм хорошо и потом применить его к некоторым классам графов. Все, спасибо. Все, давайте, внимание. Спасибо. Может быть, короткий вопрос у кого-то есть? Я хочу немного поправить предыдущего докладчика. Очевидно, что задача относится к классу NP. Неизвестно, является ли она NP-трудной или NP-полной. NP-полной, да, имеется в виду, конечно. Угу, спасибо.